Самый активный участник мещерской банды отправлен в тюрьму. В июле мы неоднократно рассказывали о бесчинствах подростковой банды, которая держала в страхе целый микрорайон Мещерское озеро. На счету подростков были ограбления, избиения прохожих, кражи из магазинов. Подростки даже стреляли в людей из украденного травматического пистолета. Как выяснилось, один из самых активных участников этой банды, 16-летний подросток, уже ранее был осужден за угон автомобиля. Так как юноша состоял на профилактическом учете ПДН, информация о нарушении им условного осуждения направлялась в уголовно-исполнительную инспекцию. Однако условная мера осуждения не отменялась судом. В отношении 16-летнего молодого человека в Ленинский районный суд направлено представление об отмене условного осуждения и исполнении наказания по приговору Автозаводского районного суда. Постановлением суда условное осуждение отменено, и подросток направлен для отбывания наказания в воспитательную колонию. В отношении других участников банды и их родителей также применены административные меры. Напомню, к активным действиям полиция перешла лишь после того, как сообщения о бесчинствах подростковой банды всколыхнули весь город, и некие другие граждане устроили над ними самосуд и жестоко их избили. В отношении этих граждан также ведется проверка.